Ну что, мы сегодня решили не просто Танину обратную связь записать, конечно, я ее напишу, наговорю тоже, но чтобы вы видели, да, что это живой марафон, это никакая там не синтетическая запись, мы все здесь, вот у нас совещание проходит в Zoom, и мы договорились, что мы сейчас каждый даст вам маленькую обратную связь, каждый куратор, кроме Насти, которая там нас сейчас, пока мы тут с вами, Настя нас прикрывает непосредственно сию секунду в чате, не оставляя его без внимания, она потом наговорит отдельно свою. Так что все кураторы сейчас скажут свою маленькую обратную связь, а я потом отдельно наговорю, как всегда, свою большую, которая выйдет в 11. Ну что же, погнали, Света! Да. Дорогие участники марафона, я восхищаюсь вами всеми, потому что для меня каждый день это такое пространство, в которое я вот захожу, как в комнату, и попадаю в такое море, где кипит работа. Огромное просто проводится каждым из вас. Вы копаетесь, что-то там исследуете. Я сама очень люблю исследования и искренне восхищаюсь той работой, которую вы делаете. Как вы друг друга поддерживаете, как вы растете, инсайты ваши. Я себе нахожу полезные вещи. Спасибо вам за это огромное, потому что, ну, фокус внимания иногда замыливается, съезжает. Вот. Вы всегда знаете, что мы ваши любящие глаза, вы можете всегда обратиться, и мы с любовью, как бы мы вам и не отвечали, с любовью будем писать свои сообщения, направлять вас, поддерживать. Пишите, мы с вами, мы вас прям очень любим, вот, и желаем вам успехов, даже несмотря на то, что иногда кажется, что что-то не получается, или там какая-то вот непонятно, что с этим делать. Марафон только начался, все самое вкусное впереди. Вы молодцы огромные. Спасибо. Да, Вика. Дорогие друзья, я вас благодарю за ту энергию, за ту атмосферу, которую вы создаете в чате. Спасибо вам за ваши инсайты, за ваши истории, которыми вы постоянно с нами делитесь. Для себя, как и Света, нахожу очень много добрых, поддерживающих слов, инсайтов, за что вам безумно благодарна. Для нас это тоже, как для кураторов, очень оказывается полезным. Очень рада вас поддерживать. Спасибо за то, что вы идете вглубь. Вот сегодня вы, допустим, обсуждали про пену, про чашку кофе-латте, и это прекрасная метафора. Вы увидели в ней ресурс для себя, эту глубину, и спасибо, что вы идете в эту глубину, ее не боитесь этой искренности, открытости. Спасибо вам, друзья, буду очень рада вас поддерживать и дальше, и буду вашими любящими глазами также. Спасибо, дорогие. Спасибо, Вика. Наташ. Друзья, тему сегодняшнего задания скажу из роли ассистента с любящими глазами. Волны вашей энергии, ваших инсайтов, вот этой вашей обратной связи, они просто несут меня, вот как новичка, да, по всей этой истории вместе с вами. Я безумно горжусь вашими успехами, что для себя открываете. И все эти новые роли, которые теперь вы можете ими умело научитесь, я бы сказала, ими умело управлять, я от себя желаю делать себе удобно, выбирать ту роль именно в тот момент, который необходим, подходящую роль, и балуйте своих внутренних девочек, балуйте своих мужчин, жен, в общем, все свои роли собирайте и делайте им хорошо. Спасибо, Наташ. Ну а ты, товарищ Макс, ты обещал быть аж в трех ролях сразу, и как участник, и как куратор, и как директор, он же модератор. Ну, как ты? Ну, собственно говоря, как это? Дорогие мои, ну давайте я вам три благодарности выдам. Первая благодарность от директора. Я, честно, очень сильно переживал, прям, ну, 700 человек. Как-то у меня внутри там есть такая субличность, которая отвечает за строгость, соблюдение правил. И спасибо вам огромное, что за все эти дни ни разу не пришлось мне эту роль подключить, не выдавать никакие баны за рекламу. Я вас благодарю за невероятный просто уровень адекватности. Это, в самом деле, дорогого стоит, потому что я прекрасно понимаю, можно запустить какие-нибудь ссылки и прочее, какой-то байды, это видео на других марафонах, это, ну,
Вы как-то с первого раза поняли это, и это прям очень ценно. Это прям от меня, директорского, большое спасибо. Спасибо всем, кто отвечает иногда даже быстрее, чем я или наша команда поддержки на какие-то технические вопросы. Вы передаете ссылки друг другу. Это прям спасибо, что вы это делаете. Это тоже, ну, показывает уровень такой взаимопомощи и поддержки. Это вам от меня как от директора. Как от куратора, честно каюсь, я просто не справляюсь с той нагрузкой, которую вытаскивают девчонки-кураторы. Я честно признаюсь, я туда залезаю, смотрю, там 700 сообщений, я понимаю, ну ладно, вселенским образом отвечу на что-то, что меня, честно признаюсь, цепляет как участника. Ну, то есть я как, ну, начинаю думать как куратор и, наверное, отвечаю в большей степени себе. Вот тут честно признаюсь, что марафон-то в том числе и мы для себя и проводим. А как участник невероятной глубины истории. И я как-то сначала увидел какие-то истории, которые так, ну, и меня цепляют. И потом думаю, блин, вот нифига же себе человека колбасит, и как он с этим? А потом вижу, что и команда кураторов задает вопросы по заданию, которое есть. И главное, что в группе всегда находятся люди, у которых есть ресурс, что сказать, которые, возможно, через эту историю также проходили. И вот дают какую-то наилучшую поддержку в моменте, которую я, допустим, как куратор не могу людям дать, а как участник сам читаю то, что отвечают на ваши глубокие истории. И меня это поддерживает. И я еще как не до конца осознаю масштаб того, что мы делаем, но это какая-то бомбическая, невероятная история. Я точно знаю, что мы будем ее продолжать. Ну, то есть вот в таком виде марафоны мне очень нравятся. Я видел всякие разные, ну, там, на рынке тренингов и развития. А вот то, что делаете вы, с нашей помощью в том числе, это прям удивительное исследование. Вам за это спасибо. Мне очень приятно, что я внутри вас, внутри этого марафона. Настя запишет свои пожелания отдельно. Уважаемые участники, я горжусь вами. Что вы творите? Вы меняете мир. Потому что, когда вы меняетесь сами, мир изменяется вокруг вас. Я восхищаюсь тем, насколько вы открыты, насколько вы стремитесь к достижению своих целей, стремитесь к достижению результатов. Я восхищаюсь тем, как вы помогаете друг другу, какие вы заботливые, и как вы друг друга поддерживаете, отвечаете на вопросы. Я восхищаюсь тем, какие кладовые ресурсы у вас есть, и как по-разному все мы наполняемся энергией. Кто-то играет на флейте, кто-то жгёт костры, кто-то поет песни. И это классно, потому что мы все такие разные и все-таки будем вместе. Люблю вас. Честное слово, это большое удовольствие работать с вами и быть в команде Татьяны Мужицкой. Это огромное удовольствие видеть то, как вы открываетесь, как вы находите свои инсайты, как вы растете. И большая благодарность вам. Растете в ваших изменениях, и большая благодарность вам за ту обратную связь, которую вы нам отдаете, потому что нам тоже, кураторам, очень важно, кураторам, организаторам марафона, слышать вашу обратную связь про то, что мы делаем, это тоже ценно для вас. И да, сегодня день энергии, поэтому все будет хорошо, все есть хорошо, а будет еще лучше. Наш марафон проходит легко и радостно. Желаю вам счастья, удачи, приумножения любви и успехов. Обнимаю вас. Мы ее не стали отрывать сейчас от ее смены. Вот. Ну и я, соответственно, тоже, конечно же, запишу отдельно, но я сразу же тоже хочу сказать, ну, пока мы тут все вместе, что, во-первых, да, что вот это тоже важно, чтобы все знали, мы честно вернули деньги нескольким людям, которые об этом попросили, вообще без вопросов, мы с ними поговорили, да, и наша задача — сделать себе, как вам лучше всегда. То есть, если люди говорят, что нам тут невыносимо, мы говорим, ребята, пожалуйста, ну, сделайте себе хорошо. И это прям для меня важная позиция, потому что, ну, чтобы вот нам всем тут было интересно, хорошо и по делу. И я вам очень тоже благодарна за то, что вы с нами, за то, что даже если вы говорите, ой, мне тяжело и трудно, вы все равно идете дальше, что вы запрашиваете помощь, когда она вам нужна, что вы задаете вопросы, что вы требуете обратной связи и говорите, нет, вы проверьте мое домашнее задание, где моя пятерка, абсолютно имеете на это полное право. Видите, все нормальные, вполне
к этому с интересом относимся. И спасибо за то, что вы нам доверяете искренне. Такие истории невероятной глубины. Я несколько раз еще плакала сегодня даже просто над историями по разному поводу. Иногда они меня цепляли своей трогательностью и искренностью. Иногда своей какой-то очень глубинной какой-то болью, но через которую человек проходит, и это вызывает колоссальное уважение. Я благодарна вам, что вы делитесь опытом очень бережно, не говоря, делай только так и никак иначе, послушай маму. Вот слава Богу, что вы так не делаете. Спасибо вам большое. Я очень этому рада. И мы продолжаем.